условия для футбола, и все готово к началу матча. Рассказывать о сегодняшнем матче вам будем мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Жду не дождусь начала матча, Константин. Спасибо, Георгий. Есть ощущение, что команды покажут яркий футбол. На трибунах нет свободных мест, и все в ожидании. Играть в такой атмосфере всегда особенно приятно. Вперед идет атака. Интересно может быть. Но мяч все же переходит к сопернику. Какой прекрасный пример отбора мяча. Иванов. И вот она, возможность проявить себя в игре за новый клуб. Да, дает тренер шанс новичку. Теперь главное показать себя во всей красе. Не удивлюсь, если вокруг этого футболиста впоследствии будет строиться игра всей команды. Ему вполне под силу быть двигателем этого сложного механизма. Выручил он свою команду. Есть у него с кем сыграть в атаке. И ничего здесь опасного не получается создать. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Отлично, они сейчас в пас играют. Команда любит играть в пас. Сейчас это особенно заметно. Но угловой мяч выбивает. Лучше сыграть надежнее. Подали мяч с углового в центр штрафной. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Еще немного, и они будут играть в пас на ленточке ворот. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Опасно может быть, в штрафной есть на кого подать. Навес в штрафную. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Пас совсем не получился, и мяч уходит за боковую. Ушел мяч аут. От души по мячу он приложился. Мяч летит к партнеру. И мяч потерян. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Судья позволяет продолжить атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Продолжают идти вперед. Из этого что-то может получиться. Попытка обострить игру. Штрафной есть кому сыграть. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать удар. Но такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки.
Георгиев. Хорошо двигается с мячом. Великолепно сыграл защитник. Будет угловой удар сейчас. Это хорошая возможность выйти вперед. Мяч ушел в ал. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Теряют они мяч. Через одного игрока атака сейчас развивается. Очень надежно выбит мяч. Совсем мало времени добавлено. Одна минута. И все на этом. Первый тайм завершен. И команды уходят на перерыв. Судья дала свисток. Начало второго тайма. Наш матч продолжается. Хороший пас получился. Угловой готовится, а не подать. Не стоило отдавать обратно, это офсайд. Нужно отходить назад, этот угловой окончился ничем. И, похоже, пас дойдет до адресата. Не прошел удар. Можно выдыхать. Окончательно они завладели мячом и ищут возможность для ключевой передачи. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Мяч хорошо двигается в атаке. Нужно продолжать. Очень вовремя мяч перехвачен. Опасную атаку остановили. На другой фланг мяч переводит. Будет штрафной удар. Судья четко разобралась в этом моменте. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Георгиев. И чистый отбор.
Он хорошо держит мяч, а отнять его пока не получается. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Георгиев. Теперь соперник будет с мячом. Сейчас внимательнее с мячом, они уже на чужой половине. Он отобрал мяч у соперника, избежав фола. Атака закончена, судья назначает удар от ворот. И обратно они себе мяч возвращают. И разрезающий пас на ход. Не проходит удар. Игра остановлена. Судья показывает, что был офсайд. Георгиев. Судья все хорошо видела и за это нарушение назначает штрафной удар. Блестяще он с соперником разобрался. И все-таки защита в этом моменте оказывается сильнее. Со второго раза получается отобрать мяч. Продолжает идти вперед, из этого что-то может получиться. Георгиев. И соперник позади. И теряют они мяч. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Стоп-машина. Атака завершена, удар от ворот. Каждая атака при таком счете может стать решающей. Они явно не намерены играть на ничью. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. И теперь с мячом будет соперник. Мастерски сыграно, а дальше что? Удар заблокирован, отлично сыграно. И будет аут. Не смогли справиться с владением. На фланге никто не встречает. И мяч переходит к соперникам. Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Они возвращают себе мяч. Хорошая возможность, чтобы украсть 2 дополнительных очка. Теперь мяч будет у соперника. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Навешивает штрафную. Не смогла атака развиться дальше. Все, основное время подошло к концу. Впереди дополнительное время. Yeah.
Тренеры поговорили с командами, установки получены. Дополнительное время началось. В пас играют они неплохо, но нужно что-то делать дальше. Как же неудачно сыграно. Потеря мяча в непосредственной близости от своих ворот. Теперь надо отбиваться. Ну же, забивай! В последнюю секунду мяч выбит. Момент. Нет, офсайд. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ничего не получится, пас перехвачен. Навешивает он на набегающего игрока. Ух, какой удар! И каркас ворот играет за вратаря. Классно он поймал мяч на ногу и пробил с лета еще бы несколько сантиметров, и мы бы увидели гол, красавец. Иванов. Отличный вынос. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Вратарь все-таки первая оказывается на этом мяче. Чуть посильнее бы подать, и все было бы иначе. И на этом первый дополнительный тайм завершен. Счет ничейный. До конца игры остался только 15-минутный тайм. Мяч сыграно. Они переходят в атаку, и сейчас игра может набрать скорость. Ну, решай же! Мяч потерян. Хороший отбор, чистая игра в своей штрафной. Это аут. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? Семь минут остается до конца дополнительного времени. Уверенная игра в своей штрафной. Пять минут еще осталось командам провести на поле.
сейчас внимательнее с мячом, они уже на чужой половине. Этим шансом нельзя не воспользоваться. Если у них получится, они выиграют этот матч. Подали мяч с углового в центр штрафной. Без проблем вратарь забирает себе мяч. Вышел мяч. Не хватило техники. Будет обидно, если они не смогут довести атаку до удара. Иногда это называют чудом. На последних минутах вырывается команда вперед. Дожали все-таки соперника. Да, интрига снова живая. Осталось только удержать это преимущество. 1-0. Сейчас будет веселее. Играть еще одну минуту добавленного времени. И, похоже, пас дойдет до адресата. Какой шанс! А вот и шанс поставить победную точку в матче. Судья назначила пенальти за нарушение в штрафной площади. Судья только показывает на точку и не лезет в карман за карточкой. Но, можно сказать, повезло. Ну как повезло? Сейчас они могут получить гол в свои ворота. А так, да, повезло. И забивает он с пенальти. И на этом все. Судья дала свисток и заканчивает этот матч. Поздравляем.